Дмитрий Язов – советский военный и политический руководитель, последний маршал Советского Союза, предпоследний министр обороны СССР. Дмитрий Тимофеевич Язов – это выдающийся военачальник 20-го столетия. Язов – участник ГКЧП. От него требовали и ждали решительных действий, но он не стал воевать с собственным народом. В историю Язов вошел как маршал, который не стрелял. Понимаете, Дмитрий Тимофеевич сохранил, как военный человек, сохранил лицо армии. Его не сломили удары и тяготы судьбы. На передовой в Великую Отечественную, в армии не на паркете, а в окопах и войсках. 2 года в тюрьме по статье «Измена Родине». Он это мужественно перенес, остался и прекрасным семьянином, остался прекрасным военачальником, остался прекрасным товарищем. Он родился в селе Езово Оконечниковского района Омской области и никогда не стеснялся своего крестьянского происхождения. Мужик как мужик, дельный, наш, деревенский. Дмитрий Язов – человек с сильным характером, железной волей, добрым сердцем и прекрасным чувством юмора. У него напрочь отсутствует синдром высших должностных лиц, которые в свое время что-то недополучили от государства. А еще Дмитрий Язов – настоящий сибиряк. Стойкий, закаленный. И через всю долгую и непростую жизнь он несет в себе любовь к своей малой родине. Единственный маршал от Урала до Дальнего Востока. Деревня Езово Оконечниковского района Омской области. Почти 200 километров от областного центра. В этом небольшом сибирском селе в 1924 году, 8 ноября, у Тимофея Яковлевича и Марии Федосеевны Язовых родился сын Дмитрий. Он был вторым ребенком в семье. Немногим старше была его сестра Вера. Затем родились Михаил и Нина, младшие брат и сестра. Предки Язовых перебрались в Сибирь из Вологодской губернии. Сначала они обосновались в Тобольске, а оттуда пошли искать счастье и лучшие доли в Омский уезд. Так Язовы оказались у Лебяжьего озера. Это красивые места, богатые рыбой и озерной дичью. А в то время здесь было вдоволь пахотных земель, сенных покосов и пастбищ. Все это не могло не прельстить крестьян Язовых и других переселенцев из Центральной России. Далеко не все там родня нам Язовы, которые живут, но село названо в честь вот того большого рода Язовых, которые там жили. Раньше оно тоже было, как и озеро Лебяжье называлось, то село, да. А потом вот, когда поселились и стали жить одни Язовы, то стало Езово это село, хотя это на сибирский манер, а вообще наши корни из Великого Устюга. Вот. Там эта фамилия звучит как Язевы. Наш род, то есть уже около 20 поколений, да, выросла на сибирской земле, мы коренные сибиряки. Спустя много лет фронтовыми подвигами и заслугами перед Родиной Язов прославит родную деревню. Сегодня каждый житель Оконечниковского района знает о своем выдающемся земляке. В 2009 году Дмитрию Тимофеевичу было присвоено звание «Почетный гражданин Омской области» и «Почетный гражданин Оконечниковского района». В местном историко-краеведческом музее открыта большая экспозиция, посвященная последнему маршалу Советского Союза. Ребята, проходите, 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 проходите. Мы с вами сегодня находимся в зале, вы уже знаете, посвященный одному человеку. Кому? Дмитрию Тимофеевичу Язову. На стендах фотографии из семейного альбома Дмитрия Тимофеевича, его личные вещи, награды, книги, именное оружие, уникальные архивные документы. По ним можно проследить жизнь и удивительную судьбу сибирского маршала. Вот Дмитрий Тимофеевич, здесь ему около 10 лет, он очень похож на маму, да? Обратили внимание? Очень похож. Такое серьезное лицо. Такой мальчик серьезный, собранный, сдержанный весь. Эта чудом уцелевшая фотография была сделана в 1932 году.
Позже она станет единственным напоминанием Язову об отце и беззаботном детстве. В 1934 году Тимофея Яковлевича не стало. Он умер от тифа. Об отце Язов вспоминает с теплотой. Именно он привил сыну любовь к чтению. Язов-старший был грамотным человеком. Выписывал детям газету «Пионерская правда», приносил домой книги. Зерна, посеянные им, попали на благодатную почву. Любовь к литературе Дмитрий пронесет через всю свою жизнь. У нас в деревне была изба-читальня. Раньше в библиотеке какие книги были? Лермонтов, Пушкин, Некрасов. После смерти отца все заботы о детях свалились на мать. Мария Федосеевна была энергичной и мудрой женщиной. Когда умерла ее сестра, она взяла на воспитание еще четверых детей. А после вышла замуж за овдовевшего мужа сестры. В новой семье появились еще два ребенка. Итого 10 ребятишек. С детства Дмитрий привык много работать. После 9 класса он уже трудился в колхозе. Кроме того, заготавливал дрова, сено для скота, помогал младшим братьям и сестрам готовить уроки. Он работал учетчиком в этом, в колхозе. Учетчик, вы знаете, что это такое? Это учитывает, сколько сделали, сколько вспахали, сколько посеяли. И вот вы представляете, бригадир едет проверять, значит, трактора и машины, а он следом бежит, потому что если он присядет на повозку, то ему запишут только полтруда дня. А если он пешком все обойдет, то тогда запишут трудодень. Жизнь шла своим чередом. Дети подрастали. Но в 41-м году семью Язовых, как и всю страну, ждали более суровые испытания. Дмитрию тогда шел 17-й год. Вот здесь ему было всего лишь 17 лет, когда началась Великая Отечественная война. В 17 лет, конечно же, на фронт его не брали. Он еще, ему года не хватало. И вот, наверное, единственный раз в жизни Дмитрий Тимофеевич, ну, скажем так, мягко сказал неправду. Он добавил себе год, сказал, что ему 18 лет. Он был рослый, крепкий парень. И его призвали на фронт. В то время в деревнях жили без паспортов, так что рослого парня не стали долго проверять и отправили учиться в Новосибирск, в пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР, которое было эвакуировано из Москвы. Командирами в том училище были фронтовики. Они и начали подготовку будущих офицеров к трудностям фронтовой жизни. Их практические советы очень пригодились потом будущим командирам. В июле 42 года лейтенант Язов был отправлен на Волховский фронт под Ленинград в 177-ю стрелковую дивизию. Как только он и его товарищи прибыли на место, начальник штаба приказал им построиться на лесной поляне. К ним вывели молодого лейтенанта. Язов узнал, что этот человек смолодушничал и бросил свой взвод во время атаки противника. По приговору военного трибунала его расстреляли на глазах молодых офицеров. Этот случай стал для Язова уроком. Тогда он на всю жизнь усвоил, что с командира за все особый спрос. Где только не побывал и где только не воевал за годы Великой Отечественной Дмитрий Язов. Он принимал участие в боях на Карельском перешейке, где получил первое ранение. Участвовал в обороне Ленинграда, в наступательных операциях в Прибалтике. А известие о победе встретил под Ригой. «Главное, что я выжил», – признается Язов. И верно, судьба как будто хранила нашего земляка, закаляла его боевой дух, подготавливая для других великих дел на благо Родины. Дмитрий Тимофеевич начал войну лейтенантом, а закончил старшим лейтенантом, хотя вот так по моим прикидом, конечно, он войну мог бы спокойно закончить и капитаном, и майором. Но случилось то, что в роте Язова оказался перебежчик, некто по фамилии Гетиков. Так вот, следователи НКВД сумели разобраться, что молодой лейтенант Язов здесь ни при чем. Хотя по закону военного времени, в общем-то, его все что угодно с ним могли сделать. И снять с должности, и разжаловать, и расстрелять, и послать в штрафную роту. Вот. Но этого не случилось. В суровом 43-м к Язову пришла первая любовь. В этот год Дмитрий Тимофеевич был направлен на курсы усовершенствования командного состава в Боровичи, старинный русский город. Здесь-то он и познакомился со своей первой женой, Екатериной Федоровной Журавлевой. Она работала редактором на радио. Но поженились они только после войны, в 46-м. Познакомился Дмитрий Тимофеевич с родителями Екатерины Федоровны. И 9 мая 1946 года
Они поженились, у них была свадьба. Простая, но красивая. Сразу после победы в 45-м Язов наконец-то получил отпуск и после долгих 4 лет смог съездить в родное село. Война унесла из Язова 34 Язовых. У бабушки у Алены Кирилловны было 7 зятьёв. И из них 6 погибли на фронте. Первые годы после войны были тяжелыми. Восстанавливали страну. Только в 53-м, уже живя в Ленинграде, Язов смог окончить среднюю школу. Аттестат он получил, уже будучи в звании майора. И летом того же года Дмитрий Язов успешно сдает экзамены в военную академию имени Фрунзе в Москве. Это было одно из самых престижных военных учебных заведений страны. Заканчивает ее золотой медалью. Как отличнику учебы ему дали возможность выбрать место будущей службы. И Язов выбрал свою 63-ю гвардейскую стрелковую дивизию, где вскоре получил должность командира 400-го мотострелкового полка. Позже, в разгар Карибского кризиса, именно полк Язова будет направлен на Кубу. Когда начались кубинские события, нужно было отправить усиленный полк на Кубу. И вот из всех командиров полков, а их много было в Ленинградском округе, был выбран Язов, который имел хорошие организаторские способности, мужественный, требовательный, заботливый командир. В 1959 году на Кубе грянула революция. Правительство США начало подготовку вторжения на остров Свободы. В ответ на это Советский Союз объявил, что не допустит агрессии. Ввел на Кубу войска и развернул сеть ракетных баз. Советским солдатам было очень тяжело. Обстановка была крайне напряженная. Ну, конечно, тяжело. Климат, во-первых, такой там... А как они плыли, там, как они болели этой болезнью морской. Там 16 суток плыли. Дмитрий Тимофеевич говорит, что самая большая проблема была в том, и на фотографиях это показано, на очень многих фотографиях, здесь не все выставлены, что проблема была климатические условия для наших солдат. Жара. Нужно было научиться жить в этих условиях, сохранить продукты. Появились первые проблемы там с незнакомые растения, допустим, потрогали там ожоги там, или же отравления. И нужно было все это упредить и не допустить. Ядерной войны, к счастью, тогда избежали. Карибский кризис удалось урегулировать политическими средствами. Советское руководство согласилось вывести с острова свои ракеты, но при условии отказа США от намерения вооруженного вторжения на Кубу. Операция под названием «Анадырь» была успешно завершена. Советские воины волей судьбы стали первыми в военной истории миротворцами. К тому же наши военные специалисты продемонстрировали умение в незнакомом регионе в сложных климатических условиях эффективно эксплуатировать боевую технику. В результате ракетная группировка была отправлена на родину, а командир Язов со своим полком еще почти 1,5 года оставался на Кубе. Они обучали кубинских товарищей обращению с советской техникой и оружием. По возвращении домой за умелое командование полком Язов был награжден орденом Красного Знамени. Очень тесные и хорошие отношения у него с Раулем Кастром. Встречался неоднократно с Фиделем Кастром. Ездил в последующем неоднократно на Кубу и на различные конференции, на отдых просто. И Рауль сюда приезжал. После спецоперации на Кубе Язов был назначен командующим Ленинградского военного округа. В армии его уважали. Он не был паркетным генералом, вел кочевую жизнь. Язову часто приходилось бывать в войсках, проверять организацию боевой учебы в соединениях и частях, принимать участие в подготовке операций и учений. Человек, который прошел суровые годы Великой Отечественной войны, прошел все ступени от командира взвода до министра обороны. Причем в своей служебной деятельности он рос, как говорят, не на паркете, а он рос на полях сражений, на полигонах, в войсках. И служил он, опять-таки, не в центре России, а, как у нас говорят, за. И в Забайкалье, и в Закавказье, и
в Средней Азии, и на севере, и на Дальнем Востоке, и на Западе. В 1967 году будущий маршал заканчивает учебу в военной академии Генштаба и получает назначение в Забайкальский военный округ. После этого его служба стала куда более скоротечной. Он служил в Крыму, на Дальнем Востоке, командовал армией в Закавказье. Все, кто когда-то служил с Язовым, очень тепло отзываются о нем. За годы службы в армии Язов проявил себя как прекрасный командир и воспитатель, как талантливый организатор и верный товарищ. Дмитрий Тимофеевич все время занимался нравственным воспитанием подчиненных. По его инициативе в армии проводились читательские конференции. Он вообще очень эрудированный человек. Он прекрасно знает мировую историю, историю государства российского и, конечно, историю военного искусства. Много читает. Он много очень знает стихов. И у нас вот общий друг еще есть Василий Семенович Лановой, народный артист Советского Союза. Мы часто встречаемся, который читает стихи наизусть Евгений Онегин. А Дмитрий Тимофеевич тоже знает Евгения Онегина наизусть. Он может. Они с ним вместе читают и фронтовые, и просто исторические жизненные стихи. В начале 70-х в семью Язовых пришла беда. Тяжело заболела жена Дмитрия Тимофеевича. Болезнь быстро прогрессировала. Врачам не удалось спасти Екатерину Федоровну, и в 1975 году ее не стало. Язов тяжело переживал утрату любимой супруги, ведь они прожили вместе в любви и согласии почти 30 лет, вырастили двоих детей. Сын Игорь и дочь Елена к тому времени уже были взрослыми, поэтому забыться от горя Язов старался в работе. 2 года он жил один, а потом, приехав по делам в Алма-Ату, познакомился со скромной учительницей биологии Эммой Евгеньевной Каримовой. Она и стала его второй женой. Они вместе уже 28 лет. Эмма Евгеньевна – это настоящая жена офицера. Это настоящая жена офицера, которая никогда не предаст, которая поможет в трудную минуту, которая является, наверное, для него самой такой любимой и дорогой отдушиной от всевозможных потрясений. Это человек, в любое время готовый подставить свое плечо. И неоднократно подставлявшее свое плечо. Свое хрупкое, женское, нежное плечо. Еще одной серьезной вехой в военной карьере Язова стала служба на должности командующего Среднеазиатского военного округа. Этот округ, образованный в условиях обострения советско-китайских отношений, наряду с другими решал задачу подготовки войск для так называемого ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Затем Дмитрий Язов вернулся на Дальний Восток, но уже в должности командующего. Он руководил Дальневосточным военным округом 2,5 года. Многое успел сделать для его укрепления. Воспитал хороших командиров. Суровый подход, требовательный подход. Независимо, кто ты в должности и так далее. Я скажу, он умел и потребовать, но в том числе, самое главное, у него заложены были огромные человеческие качества. И мы жили вообще на Дальнем Востоке как одна большая дружная семья. И мы праздновали, встречали все наши праздники, и Новый год, и в семейном кругу, как одна большая дружная семья. То есть он был хорошим товарищем, да? Изумительно. В январе 1987-го министр обороны Сергей Соколов предложил Язову должность начальника главного управления кадров и своего заместителя. Так, с Дальнего Востока Язов перебрался в Москву, к новому месту службы. Но вскоре военная судьба нашего героя делает очередной вираж. В мае 87-го, не успевшего до конца войти в курс дела в новой должности, Дмитрия Тимофеевича ждал очередной карьерный взлет. Неожиданно для себя, после незаслуженной отставки маршала Советского Союза Соколова, последовавшей за скандальным приземлением в Москве вблизи Кремля легкомоторного самолета немца Матиса Руста, Язов становится министром обороны СССР. Я лично считал, что не время. Надо было мне побыть заместителем побольше. Узнать, где что лежит. А тогда сел Рус
на Васильевском спуске вдруг, значит, Соколов убирает, меня назначает. Ну, прямо скажу. Трудность была определенная. По сути, инцидент с самолетом «Руста» был только поводом убрать с поста несговорчивого Соколова, мешавшего тогдашнему руководству страны проводить проамериканскую политику в области оборонного строительства. Горбачев посчитал, что Язов, не знавший тонкостей советско-американского переговорного процесса, не будет ему помехой. Дело в том, что в это время как раз велись переговоры о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И вот незаконно по решению Горбачева и Шеварднадзе был уничтожен уникальный ракетный комплекс СС-23, так называемый АК. Ну, а этот комплекс был моим детищем. Я был командующим ракетными войсками артиллерии сухопутных войск. И на второй день назначения его я пошел к министру. Доложил ему свое видение. Он, конечно, очень взволновался. Он делал очень много для того, чтобы это отменить. Но, как говорится, поезд ушел. Товарищ маршал Советского Союза, в войсках Московского гарнизона для парада во знаменовании 45-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне построены. Дмитрий Тимофеевич стал министром обороны в сложное для страны и для армии время. Нарастал экономический кризис. Отношение к советской армии менялось далеко не в лучшую сторону. На плечи Язова легла колоссальная ответственность за безопасность Родины. И он принялся осваивать новую, далеко не простую науку – руководить вооруженными силами, разваливающейся на глазах великой державы. Дмитрий Тимофеевич, будучи министром обороны, он отвечал за каждого солдата, за каждого офицера, за каждого генерала. Он нес постоянно... Вот мы это видели и чувствовали, постоянную личную ответственность за боевую готовность, за состояние воинской дисциплины, за моральный дух личного состава. Дмитрий Тимофеевич честно выполнял возложенные на него обязанности, чтобы сохранить обороноспособность страны и не дать ослабить советские вооруженные силы. Конечно, не все, что делал Язов, устраивало Горбачева и его окружение. Поэтому Дмитрию Тимофеевичу 3,5 года не присваивали маршальского звания. Хотя, начиная с 1935 года, во главе военного ведомства находились исключительно маршалы. Была военная коллегия, по-моему, где генерал Сухоруков, генерал армии Сухоруков, затронул вопрос, а почему новый министр до сих пор не важен, ну, не маршал. Ну и Горбачев говорит, а что это так важно там, типа, что это самое? Говорит, ну, маршал, говорит, это Михаил Сергеевич, это же не только высшее воинское звание, это еще и авторитет. Ну, действительно, когда министр генерал армии, а у тебя в подчинении несколько маршалов Советского Союза, знаете, это не очень, скажем так, корректно по отношению даже к тем маршалам, которые у тебя в подчинении находятся. И только 28 апреля 1990 года, в канун 45-й годовщины Победы, фронтовику Язову было присвоено звание маршала Советского Союза. Он стал последним, кто в истории СССР удостоился этого звания. Вот этот документ, он нам очень дорог. Это подлинник. Это указ о присвоении Дмитрию Тимофеевичу Язову воинского звания маршала Советского Союза. Но не только армии и ее интересами жил маршал Язов. Главным для Дмитрия Тимофеевича всегда оставалась семья. Он находил время пообщаться с братьями, сестрами, племянниками, звонил родным по телефону, расспрашивал о делах, проблемах, если требовалось, помогал. Он знал все наши беды и проблемы и обязательно передавал всегда привет, с кем бы ни разговаривал. Привет всем, вот тому, то-то, у этого, как вот такие дела. То есть, понимаете, знал, ну, жил жизнью семьи. А это очень дорогого стоит, поверьте мне, вот в такой нашей вот суете.
жизненное. Это очень дорогого стоит. И я так думаю, что у нас состоялся он как старший брат, как самый хороший человек для нас, надежная поддержка и опора. Именно в своей семье Язов тоже нашел поддержку и опору, когда судьба жестоко обошлась с ним, в одночасье сбросив с военного и политического Олимпа. Шел 1991 год. В начале 90-х на всей территории огромной страны кипели политические страсти. Горбачев стремительно терял авторитет, экономика шла под откос. Цены росли, появилась безработица, обыденным явлением стали забастовки. На этом фоне в стране, как на дрожжах, поднялись оппозиционные силы, возглавляемые Борисом Ельциным, которого в июне 91-го избрали президентом РСФСР. Заметное ослабление центральной власти в Москве вызвало волнение и в союзных республиках. Их стремление к экономической и политической независимости от центра поставило на повестку дня разработку нового союзного договора. 17 марта 1991 года в стране был проведен всесоюзный общенародный референдум о дальнейшей судьбе Советского Союза. Подавляющее большинство тогда высказались за сохранение Советского Союза, но в обновленном виде. 17 марта народ победил. 76,4% это квалифицированное большинство проголосовали за союз советских социалистических республик. Видимо, надо было прислушаться к воле народа. Однако, несмотря на волю народа, под руководством Горбачева спешно, втайне готовился проект нового союзного договора, принципиально несопоставимого с результатами референдума. На 20 августа было намечено его подписание. Сам же Горбачев в судьбоносное для страны время покинул Москву. Оставшиеся в столице руководители страны и ведущих силовых ведомств были крайне обеспокоены. Тогда было принято решение о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению, куда вошел и министр обороны Язов. В Москве объявили чрезвычайное положение. На другой день в столицу ввели войска. Отдавая соответствующий приказ, Язов подчеркнул, что военные получили задачу не воевать, а обеспечивать порядок. Но никаких четких планов, как действовать дальше, у членов ГКЧП не было. В это время президент РСФСР Борис Ельцин увидел для себя возможность умножить свой политический капитал и начал активно действовать. Через СМИ он обратился к россиянам с призывом оказать сопротивление Госкомитету, а затем вышел указ Ельцина, квалифицирующий действия ГКЧП как государственный переворот. Дни этой хунты сочтены. Комитет должен быть распущен, а все его 8 членов преданы суду. На Манежной площади начались акции протеста. Язов понимал, что держать войска у Белого дома крайне опасно. Любая искра могла вызвать взрыв. Армия оказалась заложницей ситуации. И Язов принимает решение вывести из города войска. А когда его по телефону вызвали на очередное заседание ГКЧП, он резко бросил в трубку. «Я в эти игры больше не играю». Как человек, который давал присягу, он подчинился ГКЧП и ввел танки в Москву. Но для чего? Для охраны особо важных объектов. Не для того, чтобы давить толпу, как сейчас многие преподносят. Это неправда. Я ведь и многие слышал мнение, в том числе и от лиц с большими звездами на погонах, когда говорили, что Язов вот там проявил нерешительность, там то-то-то. Я могу сказать только одно, что если бы Язов отдал команду стрелять, то Москва умылась бы кровью. Войска начали оставлять Москву. С их уходом растаяла и надежда на сохранение Советского Союза. СССР больше нет. Единого государства, занимающего 1/6 часть суши, больше не будет. Все члены ГКЧП 22 августа были арестованы. Так Дмитрий Язов оказался в матросской тишине. Ему вменяли статью «Измена родине».
Как вы узнали о том, что с ним такое произошло вот здесь, в Омске? Как узнали? Как вы узнали, так и мы узнали. Через газету, через телевидение. Ну, конечно, переживали. Мы сперва не могли понять, что там такое, что там за творится у них. Переживали, конечно, переживали, что там, когда посадили его в матросскую тишину. Конечно, это они хотели сохранить союз, а у нас, видишь, что получилось. Когда не удалось нам отстоять Союз Советских Социалистических Республик, хотя все население России было за это, армию пришлось разделить, КГБ разделили, милицию разделили, ну, сами государства стали. Все это мы предвидели. Начали каждая республика выступать за самостоятельность. Армяне выселили азербайджанцев, 172 тысячи. Азербайджанцы – 500 000. Армян выселили. В общем, началось движение такое, нехорошее движение. Национализм поднял голову. 1.5 года провел Дмитрий Тимофеевич в заключении. Все это время следствие по делу ГКЧП продолжалось. Одна за другой в демократической прессе появлялись статьи, порочащие маршала Язова и его товарищей. Их называли государственными преступниками. Не просто в те годы пришлось и семье Язова. У них отобрали квартиру, дачу, наложили арест на все имущество. Но изоляция, тюремный быт и долгая разлука с родными не сломили старого солдата. В тюрьме Язов похудел на 24 килограмма, но морально выстоял. Здесь Дмитрий Тимофеевич начал работу над книгой «Удары судьбы». Она выдержала уже 4 издания. В марте 1994-го военная коллегия Верховного суда приняла решение уголовное дело в отношении членов ГКЧП прекратить. Язова освободили из тюрьмы. Вернули все государственные награды, незаконно изъятые прокуратурой. Весьма показательно, что в своем заявлении о согласии с решением об амнистии Дмитрий Тимофеевич написал, что виновным себя не признавал и не признает. Все это время Язов формально оставался на военной службе. Приказа о его увольнении и отставке не было. Он появился только 31 мая 1994 года. Язова отправили в отставку с правом ношения военной формы, наградили благодарственной грамотой и именным пистолетом. Этот пистолет сегодня украшает одну из витрин в Центральном музее вооруженных сил. Выйдя на свободу, Язов оказался уже в другой стране, в другом обществе, живущем другими ценностями и приоритетами. Но Дмитрий Тимофеевич оставался верен себе. Он сожалел лишь о том, что не удалось сохранить могучую державу и великую советскую армию. Однажды вместе со своим другом он приезжал к зданию тюрьмы, в которой провел, пожалуй, самые тяжелые месяцы своей жизни. Долго стоял возле ворот, молчал и о чем-то своем думал. Он наблюдал за тюрьмой, я наблюдал за ним. Это с такой горечью он смотрел на эту тюрьму. 1.5 года он там отсидел. Он мне рассказывал, что, я говорю, как к вам относились там? Он говорит, ко мне солдат охранили. Он говорит, относились очень хорошо. Товарищ маршал, давайте мы вам там, он говорит, и сигареты я брал, он говорит, там, он курил он там в тюрьме, вот. Давайте мы вам мороженое принесем. Он говорит, да не, ребят, спасибо, мы вам сейчас арбуз принесем. За более чем полувековую службу Дмитрий Тимофеевич накопил колоссальный боевой и войсковой опыт. Его знали и уважали политические и военные деятели ведущих государств мира. Находясь в отставке, маршал нашел применение своим знаниям в общественной работе и на военно-историческом поприще. Закончив автобиографическую книгу «Удары судьбы», Язов на этом не остановился. Его перу принадлежат и другие глубокие содержательные работы. Когда я уволился из армии, или вернее, меня выставили, я написал книгу «Удары судьбы», «Карибский кризис», «Панфиловцы, боя за Родину», от Омска до Берлина, гуртевцы. Я уже забыл, сколько написал. 8 книг написал. Язов часто встречается с молодежью. Под его руководством был подготовлен и проведен целый ряд научно-практических конференций, посвященных важнейшим событиям Второй мировой войны. Дмитрий Тимофеевич тесно сотрудничает с Центральным музеем вооруженных сил, является членом Комитета памяти маршала Советского Союза Георгия Жукова, а много лет он руководил комитетом.
а сейчас принимает активное участие в жизни межрегиональной общественной организации «Омское землячество». Предназначение, которое на себя на сегодняшний день взял Дмитрий Тимофеевич, это воспитание молодежи, воспитание в духе любви к России. Дмитрий Тимофеевич всей своей сегодняшней жизнью воспитывает молодое подрастающее поколение именно в этом духе. Он пишет воспоминания, он пишет правду об истории Второй мировой войны. Молодежь откликается на живое слово и на живого человека. Этот человек-легенда. Это человек-легенда нашей области. Дмитрий Тимофеевич, несмотря на почтенный возраст, в составе общественных делегаций бывал в самых разных регионах страны и за рубежом. Он был частым гостем в воинских частях и различных военных учебных заведениях. Не упускал Дмитрий Тимофеевич и ни одной возможности побывать на своей малой родине в Оконечниковском районе. Конечно же, население ИЗО всегда очень тепло принимает. Для людей старшего поколения он для них Дима, он для них тот подросток, каким они его запомнили перед уходом на фронт. И вот такие теплые, добрые встречи, вот они здесь и показаны. Когда Дмитрий Тимофеевич был министром обороны, с его помощью была построена дорога Конешникова-Изова, асфальтовая дорога. Каждый второй взрослый житель этой сибирской деревушки приходится Дмитрию Тимофеевичу родственником. Здесь выросло уже не одно поколение Язовых. В родной деревне многие знают и помнят его. Помню, как он был учетчиком в полевой бригаде. Вот. А после учетчика, вот как пошел в армию, так я уже все и потерял. Но приезжал он к нам, он же немножко родственник нам. Приезжал он тогда к нам, вот, на вертолетах прилетал он к нам. В общем, мужик как мужик, дельный, наш, деревенский. Не то, что вот он министром был, вот, а его ни за что не узнаешь, что он министр. Дмитрий Тимофеевич приезжал в Омскую область, будучи министром обороны СССР. Несколько раз бывал уже после отставки. И всякий раз он навещал многочисленных родственников, привозил гостинцы, по-соседски заглядывал ко всем в гости. Когда сюда прилетала на самолете, я его всегда встречала, поздоровалась по ручке. Он: «Ну как, Васильевна?» Я говорю: «Да все хорошо, нормально, работаешь?» Я говорю: «Да работаешь, я еще работала, когда вот самолет тут возле озера». Он на этой вот улице, где я сейчас живу, так, он здесь и жил. Я дожидаю то место, где он и жил, где их дом стоял. Дома, где жил Дмитрий Тимофеевич и его родители, в деревне уже нет. Давно нет и школы, где учился Дима Язов. Но здесь живут близкие ему люди. В 2013 году жители Оконечникова обратились к Дмитрию Тимофеевичу с просьбой предоставить для музея фотографии и личные вещи. Язов с радостью откликнулся на просьбу. В итоге из Москвы в Омскую область было отправлено 9 коробок с бесценными экспонатами. Сегодня эта экспозиция – гордость Оконечниковского района. В местный музей даже из города приезжают экскурсии. Будни самого сибирского маршала сегодня, как и прежде, заполнены трудом. Он пишет очередную книгу о Сталине. Пишет мемуары, вспоминая о военном лихолетии, о выдающихся людях, с которыми сводила его судьба, об ушедшей эпохе и об исчезнувшей Великой империи. У Дмитрия Язова есть дочь, Елена, врач-невропатолог, и трое внуков. Сын Игорь, штурман подводной лодки, умер еще в 94-м. Через несколько лет после выхода в отставку Язову все же была предоставлена должность в Министерстве обороны. Сегодня он ведущий аналитик службы генеральных инспекторов министерства. Так что в свои 90 маршал Язов по-прежнему каждый день на рабочем месте. Своей долгой и непростой жизнью Дмитрий Тимофеевич дает пример высочайшего патриотизма и ответственного отношения к своему призванию – служению России. На фронте Волховском комсвода бойцов в атаку вел вперед, а взводному тому всего-то лишь 19-й шел год.
Но сквозь огонь и канонады, стремясь к блокадному кольцу, совсем не знал он, что когда-то слова услышит на плацу. Разрешите доложить, товарищ маршал, полк с победой выполнил приказ. Мы потерь не понесли на марше, прикажите смотр начать сейчас. Разрешите доложить, товарищ маршал, оборона Родины крепка. На защиту стать России нашей выступить готовы все войска. Парады, сборы, испытания, учений за спиной не счесть, но не разменивал названия ты, фронтовик, мундира честь. Советского Союза карту ты мерил вехами в судьбе и снова верил лейтенанту, что отчеканивал тебе. Разрешите доложить, товарищ маршал, полк с победой выполнил приказ. Мы потерь не понесли на марше, прикажите смотр начать сейчас. Разрешите доложить, товарищ маршал, оборона Родины крепка. На защиту встать России нашей выступить готовы все войска. И в годы мира вел сражения ты с подлостью иных вояк, но не сломили поражения тебя бесстрашный сибиряк. Ты знаешь, что жива отчизна, когда в ней армия сильна, и сделал все в солдатской жизни, чтоб снова слышала страна. Разрешите доложить, товарищ маршал, полк с победой выполнил приказ. Мы потерь не понесли на марше, прикажите смотр начать сейчас. Разрешите доложить, товарищ маршал, оборона Родины крепка. На защиту стать России нашей выступить готовы все войска. На защиту стать России нашей выступить готовы все войска.